Всем привет, ребят! Сегодняшний у нас в проекте Porsche Carrera 1996 года. Вот такая вот замечательная модель. Что с ним будет происходить? Также будет полностью перекрас всего кузова. Проклейка мелких фар спереди и сзади. Также будет навешен спойлер с задней части, замена колес декалями по кузову. Будет делаться он в спортивном стиле. Пойдем к самой переработке. А пока вы смотрите, не забываем подписываться. Обязательно пишем комментарии и пишите свои детали и советы. Сейчас мы начнем процесс нанесения декали на Porsche 911 Carrera.
Так, ну все, мы покрасили эту машинку, нанесли декали, покрыли все лаком. Так у нас стало выглядеть Porsche. Вот. Приступим к сборке, а пока собираем, не забываем подписываться на канал Upwheels. Ссылочку оставлю обязательно в описании. Также подписываемся на телеграм-канал Upwheels, также оставлю ссылочку в описании. И, естественно, на мой канал. Не забываем подписаться и лайкать. Ну, приступаем к сборочке. По колесам. Также нанес декали на колеса сбоку. Название. Никухама. Ну, а в дальнейшем, а то, что получилось, вы сейчас узнаете. Смотрите итог. Thank you.